Песню в машине. Here we go, we let go. Жду не дождусь. В январе дракончики Imagine Dragons приезжают в Москву. О, это самые дорогие билеты, которые мы когда-либо покупали. А ну-ка, сейчас будет фокус. Куча барахла. Разберись. Вуаля. Ну вот, другое дело. Покупаешь на AliExpress, возвращай 10% от потраченных денег. Установи дополнение к браузеру, зарегистрируйся. Продолжай делать покупки, как обычно. Получай сэкономленные деньги на свой мобильный телефон, карту, Яндекс.Деньги, Киви или WebMoney. Начни экономить прямо сейчас. А теперь поплаваем с акулами. Я нашел красивый цвет, который подсвечивается в ящике. Всем привет! С наступающим! Сегодня 22 декабря, а это означает, что до Нового года осталось там совсем чуть-чуть. Задача разобрать все вот это, потому что вот это надо выкинуть, она уже совсем сломалась. Нужно все сделать красиво. И очень удобно, когда, например, вот синий цвет включаешь, то как-то лаконично смотрится. Напомню, что вот эта штука отсюда уйдет. И будет все вот так вот. О, я уже забыл, как кататься. Давно этого не делал. Интересно, по новому ковру как? Отлично. Тин-тин-тин-тин. Я знаю, надо подзарядить. Зарядка здесь тоже специфическая. Смотри, такой вот штекер. И вот такая вот хорошая зарядка. Но вот этот аккумулятор, который хватает на 25 километров пути, эта зарядка заряжает за 2 часа. За 2. Единственное, что нельзя делать, это передерживать на зарядке и разряжать его в ноль. Вот он, разъем для зарядки, а это клавиша включения. Так. Как S-видео какой-то. Когда горит красным, значит заряжается. Когда загорится зеленым, надо срочно снимать. А ну-ка, сейчас будет фокус. Куча барахла. Разберись. Вуаля. Ну вот, другое дело. О, нашел пакетик из iStudio by Com7. Это пакетик, по-моему, от какого-то iPad, который мы в Type купали. А внутри коробка из-под Sanana 650D. Раньше на него все снимали. И, кстати, для видео лучше всего брать вот такие именно 18-135 STM. Потому что STM это типа что-то там с фокусом связано, и он плавный. А который продается 18-55, объектив будет делать так... Оп. А ну-ка. О, сейчас как подкачаемся сразу. Помню еще, по-моему, в спортмастере покупали вот этот Торнео. На самом деле, вот это самый отстойный блин, потому что внутри там насыпан песок или какая-то хрень на 5 килограмм. Потому что цельные такие металлические, они стоили довольно-таки дорого. Вот это очень клевая тема для отжиманий. Ничего, с января начнем. Я вот даже сейчас не представляю, куда могут пригодиться DVD-диски, баллонки. Ну ладно, здесь 4,7 гигабайта, но где-то есть еще и CDR-ы, на которых 700 мегабайт. Не знаю, что на них сейчас можно записать. Сейчас все в облаке хранится. А ведь раньше что делали? Скачивали, записывали на диски и потом смотрели. Хотя обещали в 16 году вроде все торренты вообще закрыть, вообще все. И, наверное, придется к этому возвращаться. Где-нибудь находишь, переписываешь и хранишь у себя. Так что, наверное, оставлю парочку дисков. Вот, в прошлый раз тоже в Тае покупали Price Card в Теско. Здесь сейчас наклею, здесь, наверное, буду хранить всевозможную канцелярию. Какие-то упаковки у меня не нужны. Зачем мне вот это прислали в подарок Сарика? Угу. Кто-то играл, походу, в Activity. А вот как раз ножик, которым я очень часто пользовался, тоже в Тае покупал. И нашел к нему запасное лезвие. Сейчас поменяю, то вот это уже совсем плохое. Кстати, когда стол собирал, там кое-что решил подрезать, и большое лезвие сломал. Но к нему тоже есть запасное. Я вот даже не знаю, нормально ли это
смотреть, сколько наклеек есть большие, где-то должны быть маленькие вообще от такого вот шаффл-плеера. Коллекция. Еще есть наклеечки Urban Airs и GoPro Be Hero. Не знаю, некуда наклеить. Нашел коробочку из-под микрофона. Так, такие коробочки еще в IKEA Salmon. Ну, сейчас соберу, туда вниз поставлю. Сейчас, кстати, скачиваю вообще каждый свой ролик за этот год. Потом буду делать нарезочку опять, что было в 2015 году. Ну, точнее, не опять в 2015, а вот новую за этот год. Что-то много видео. Я, кстати, тут уже подсчитал, что примерно тоже по одному видео в день выходило на канале. Ну, когда-то снимал, когда-то не снимал. Но в итоге все равно где-то вот к единице, то есть 365 роликов набралось. Ну, а вы сможете посмотреть, что было год назад. Ссылочка будет в описании, там, второй строкой. То есть, ровно год назад, 2 декабря 2014 года, вы сможете посмотреть, что я делал. Сейчас я вам что покажу. Вот вчера совсем забыл снять. Вот сейчас вы удивитесь. Смотрите, что произошло. 7031 рубль. Это на апгрейд техники. Сейчас вам покажу, что там по статистике. Альбина Тарасова что-то вообще прям загнула. Вот, ребят, вот он весь список. Ну что, молодцы. Как уже говорил, что из этих денег будем покупать что-нибудь для создания видео. То есть, во-первых, оттуда я уже придумал PlayStation камеру, чтобы стримы игр были не только со звуком, с чатом, но еще и с видео. То есть она специально для PlayStation. Вот, а дальше надо придумать. Я только сейчас увидел такую цифру, и нужно вот что-то еще тысячи на 3-4 сейчас придумать, чтобы было бы нам полезно. Хочешь присоединиться? Ссылка тоже будет в описании. Так, кстати, сегодня еду за чумовой штукой, за зеленым экраном. Сегодня вечером, наверное, будем снимать собственные «Звездные войны». Сделаем зеленый экран, поставим свет и что-нибудь заснимем. Там не только зеленый экран, там должен быть черный, белый, зеленый, стойка для этого всего и 3 софтбокса. Это еду в Фотогару, магазин такой, вот. Обзор буду делать на это. Ну и, соответственно, вечером что-нибудь позаписываем. Там, что хорошо, зеленый экран, он получается в полный рост. То есть я могу весь туда встать и, соответственно, наложить какое угодно изображение сзади. Ну или видео там можно наложить. Делаешь, что хочешь. Только возникает большой вопрос. А где это все хранить? Вообще мне сказали, что в легковую машину все без проблем влезет, потому что все довольно-таки компактно. Ну, наверное, сколько там, 2,5 метра этого полотна, все сложено. Наверное, будет в этих, как в складках. Не знаю, гладить, не гладить. А где потом все это хранить? Посмотрим. О, штука зарядилась. О, зеленый огонечек, все. Надо выключать. Это опасно для аккумулятора. Все, ну-ка. Раз. Тюбик уже убежал. Воу-воу-воу-воу. Ну все. У-ху. Теперь еще 25 километров можно ездить. Вообще так поездишь и понимаешь, что вообще смысл ходить. Летом только на это надо передвигаться. Очень клевая штука. Но главное, чтобы было где кататься. 3, 2, 1, поехали. Так, надо что-нибудь поесть. Ух, посуды сколько. Так, нужно перекусить и... О, здесь было где-то зеркало. Я себя увидел в отражении. Перекусить и выдвигаться как раз в сторону... Что нам там? В сторону Таганки нужно поехать, а потом на электрозаводскую. На улице ни хрена не зима. 9 градусов тепла. Ну, вах, 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 вах. Кстати, вчера плохо приклеил. У меня штуки отвалились. Сейчас нужно будет подклеить. Вообще вот так вот. О, мне тут на обзор привезли планшет. Кстати, коробка классно выглядит. Урсус. Что это? NS210. Ну-ка, дайте посмотрим. Нифига, большой. И тяжелый. 10,1 дюйма, 4 ядра. Ну ладно, надо его поставить на зарядочку. Может быть, завтра обзор заснимем. Прям новенький. Пахнет еще прям. Так, все подклеил. Теперь все по-старому. Опять еще минут 10 надо ждать, пока там все подключится. Ужас, когда уже исправят.
А ну-ка сейчас разочек сыграем во влоге. Вон они. Я уже выяснил, что вот этот черный комбинезон у штурмовиков — это уровень 50. Это задротский уровень. Че, попал? Вроде да. А ну-ка, гранаточку туда закинем. А ну-ка. Эх, не успел. Ну ладно. Чё-то я прям даже не ожидал, что сегодня на дорогах будет настолько жопа, что пипец. Мне показывают 2 часа в одну сторону ехать. Далее это заводской. Что? 2 часа! А обратно, небось, тоже. Блин. Ну ладно, делать нечего. Придется ехать. Это же мне нужно. Да, как всегда, шикарная зима на улице. Плюс 8 сейчас. И туча. Хотя где-то над тучками солнышко есть. Как мы знаем. Ладно. Яндекс сейчас меня доведет. Он там умный, типа знает. Здесь свернуть, там свернуть, здесь постоять. И все равно быстрее доедем. 2 часа. Посмотрим, за сколько доберусь. Так удивительно, насколько негативные люди нас окружают. Заехал на заправку, нормальную заправку. Дорогой бензин, заправился. Чувак сделал такое выражение лица, что недоволен. Я ему не дал там 10-ку. Не знаю, раньше давал, когда, знаете, ну, и сам заправщик приветливый, все дела. А сейчас приезжаешь, такой сразу: какой бензин? Говоришь ему 95-й. Рассчитался, ну, нет у меня, короче, мелочи 10-ки. Мне там дали сдачу по 100 рублей. Не буду я давать заправщику 100 рублей. Только надо такую кислую мину сделать. Еще и бачок этого, лючок, бензобак такой. Короче, ужасное ощущение. Вот есть же люди, которые несут негатив. Это не мы. Я несу только позитив. Всегда будьте добрее друг друга. Даже если вы работаете заправщиком, можно получать удовольствие от этой профессии, во-первых. А еще вам хочу сказать, вот поездили по Европе, по всей. Не знаю, есть плюсы, есть минусы, но... Блин, нифига там пробка. Сейчас покажу. Вот, поездили на заправках, там люди заправляются исключительно сами. Там нету человека, который тебе заправляет машину. Подъехал, заправил, оплатил, все. У нас же полно заправщиков. Видимо, для того, чтобы рабочие места создавать, вот я и приехал. Привет, привет, пробочка. А вот насколько они живут за счет чаевых, вот это вот вопрос. Не знаю, откуда это пошло, может, из 90-х, когда там, знаете, вот это 10 рублей, там 20, типа, давать на чай. Не знаю, сейчас такое есть, нету. Может, я один прекратил давать. Ну, я говорю, на нормальных заправках, где дорогой бензин, мне кажется, все должно быть включено в стоимость, а не сверху что-то там еще давать. Так вот, ребят, вопрос такой. Сейчас на заправках зарплату как платят? С учетом того, что там еще на чай буду давать или нет? Это так же, как в ресторане. Тебя хорошо обслуживают? Ну, как бы, ты чувствуешь, что человек позитивно, добро к тебе относится? Ты даешь на чай тоже. Если мне там нахамили какую-то тусклую официанту, я и на чай не дам. Даже если положено 10% оставлять, все равно не дам. Ну, наконец-то. Хотя бы немножко поехали. Да, после Таиланда это как-то очень жестко воспринимается. Тучи, серость. Вот только такси желтые. Больше ничего глаз не радует. Песню в машине. Here we go. I don't have a partner. Sometimes I feel, but I wanna feel like I did that day. Ничего себе, тут домишки построили. Классно выглядит. Так, куда-то я на шоссе энтузиастов походу свернул. Yeah, this is шоссе энтузиастов. Another girl, bam, boom, mama, just killed a man. Ooh, mama's gonna hurt like a motherfucker. Четко. Вот прям чётче некуда. Надо же попасть за трактором. А мы сейчас будем ехать 30 км в час.
боже мой, чувак, ну что ты делаешь? Давай, разгоняйся. Ну так и будем ехать по главной аллее за трактором. Нет, никуда не спешу. Я в этом районе уже 100 лет не ездил. Справа измайловская гостиница, альфа-бета-гамма. Так, пешеходный переход. Блин, так неудобно у нас сделано, ни хрена не подсвечивается. И ни хрена, вот, видите, разметку на дороге не видно, что это пешеходный переход. Что ты? Так, вот, 100 лет здесь не ездил. А так, каждое утро в детстве сюда меня родители возили на плавание. Здесь бассейн есть, не помню, как называется. Помню, из Дюшо 63, что ли. Вот, каждое утро, я прикинь, как детство проводил. С утра просыпаюсь, часов 5. К 7 утра едешь на тренировку, потом с тренировки в школу идешь, там учишься, вечером опять на тренировку, а потом вечером домой. Вот, прям такие родные места. Мне прям вообще ностальгия. Улица Ткацкая. Все детство здесь провел. Все детство. Может, даже сейчас кто-то плавает в этом бассейне. Блин, точно не помню, как называется. По-моему, с Дюшо 63. Вот. Кто-то, может, из подписчиков плавает, даже не знает, что Илюх там раньше плавал. По крайней мере, с 6 лет до где-то 14 или 15 лет я там плавал, да. Точно вспомнил. Улица Ибрагимова называлась. О, точняк. Во-во-во, уже практически подъезжаем. Вот здесь вот слева был парк, мы в нем постоянно бегали летом. Сейчас что-то уже ни хрена тут ничего нету. А справа, вот здесь улица начинается, Ибрагимова туда идет. И вот там справа находится дом плавания. Сейчас на карте посмотрел, называется. Правда, навигатор не могу сбросить. Вот здесь Илюх плавал. Но не просто плавал, а чисто убивался. То есть это спортивное плавание. То есть представьте, вы с утра, там 1,5-2 часа, тренируетесь, проплываете, к примеру, 5 километров. Потом в школу, со школы сюда и опять сколько-то километров. Упражнения, все дела. С утра еще тренажерка, может, вечером тренажерка. То есть нормально. Летом, зимой на спортивные сборы. Все, все пожескачу. На чемпионате Москвы выступал, на Россию не ездил. Ну, так, плавал хреново по сравнению с другими. Но плавал. Но факт один, что успехов я там ни хрена не добился, но для, как бы, моей внутренней, наверное, порядочности, собранности это большую роль сыграло, что у меня был режим, и я, как бы, прикольно воспитался на этом. Так что детей можно отдавать именно в спорт, реально в спорт, потому что очень дисциплину дает. Ну вот, хотя бы местечко нашел платное. 40 рублей в час. Номера снимать не стал. Хотя многие у нас так в Москве и делают. Сейчас вам покажу дом, в котором снимали битву экстрасенсов. А мне как раз напротив. Вообще у меня получается с этим районом очень много чего связано. Я тут и в русском стандарте работал когда-то. Прикиньте, что-то и одно, и второе. Много чего здесь делал. И в Измайлово, и в Семеновской. И вот электрозаводская. Такая маленькая уютная площадка. Точнее, не уютная, потому что она открытая. Вот, а вот в этом доме снимали битву экстрасенсов. Кстати, был чему удивлен. Там типа призраки живут. Сейчас на другую сторону перейдем, вам поближе поснимаю. Мы, конечно, заходить не будем, потому что во всю битву экстрасенсов я верю. Здесь типа много мертвечины. Это коммунальный дом. Чума. А это электрозавод. Большой-большой. Мы тут тоже многие где были. Был удивлен, когда увидел, что вот именно в этом реальном здании битву экстрасенсов сняли. Было нежданно-негаданно. Я, кстати, не знал, что это типа жилой дом. Как объяснили там в программе, что это раньше была конюшня. И теперь здесь вот жилой дом из нее сделали. Так. А нам в проходной номер 3 что-то такое. В принципе, не такая большая штука. О, кстати, фотогора. Ладно, погнали. Как тут выйти? Тик-тик-тик-тик-тик. И не очень-то и тяжелая. Так, теперь бы все это дотащить до машины. Что-то я слишком далеко встал.
Уже что-то подустал. Готово. Теперь поеду за Олькой к родителям. Ну и домой все это дело собирать. Тяжелая тема. Мне кажется, 20 килограмм с лишним весит. Значит, просто на тонком скотче прям вся рука устала. Потому что она прям врезается сильно-сильно. Жду не дождусь. В январе дракончики Imagine Dragons приезжают в Москву. О, это самые дорогие билеты, которые мы когда-либо покупали на концерт. Решили сходить в VIP-зону. Скоро начнется. Будет там. Абрам, концертная запись. А прикольно так новая аудюха-то выглядит. Квадратная, practice good. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Вот так вот. Давно я в пробках не ездил. Вот только выехали из Лефортовского туннеля, все было в пробении. Или как я пробки называю, идеальная стоямба. Вообще-то можно, конечно, двусмысленно понять. Но идеальная стоямба, иногда это тоже хорошо. Тра-та-та-та-там. Так, приехал уже за Олей. Сейчас она там на маникюр пошла. Подожду ее немножко. Что-то камера очень плохо работает. Ну, фокус. Фокус. Ну ладно, надо в другом месте уже запишу, здесь вообще ничего не видно. Шиномонтаж, интернет, диски. Светочувствительность. Заехали в магазин за едой. Заходя в рыбный отдел, сразу хочется в Тай. В ту кафешку, где все по 200. Смотреть, сколько красок. Супер. Даже ананасы есть. Откуда? Что-то ни хрена не написано. А, Коста-Рика, блин. Вот она. Ладно, сейчас закупимся и домой поедем. Прикольные стейки. А ну-ка, сейчас пойдем приколимся. Сколько стоят креветки хорошие. Так, дальневосточная креветка. 1000 рублей. А где тигровые? О, ну вот это более-менее что-то похожее, замороженное. 900 рублей килограмм. Это вообще мелочь какая-то, пузатая. Вот это больше похоже. Хотя это маленькие. Что-то сушеной рыбы сразу захотелось. Какая красота. Ничего себе. Прикиньте, раньше супики были, а теперь пельмени дают. Заливаешь водичкой, готово. Охренеть. Прикиньте, правда, пельмешки. Выбирайте, чем травиться. Либо бич-пакетики. Ну ладно, там пюре и так далее. Но... Оль, ну пельмени. Пельмени. Боже мой, ужас. И? Что-то не работает. Ух, приехали домой. Сейчас стараюсь доснять 50 рандомных вещей в городе, так, про какую-нибудь хрень. Давно еще увидал на ютюбе. В итоге у меня есть тетрадка, куда я записываю идеи для роликов. И когда нечего снимать, я ее открываю и смотрю. Ага, что же можно снять? Приехали. Ну, что-то сегодня я не буду собирать эту, как ее, студию, потому что она довольно-таки большая, и на это нужно время. Время сейчас уже почти 9:30. Это довольно-таки поздно. Но сегодня довольно-таки прикольно покатались, особенно в машине. Илюха прям это исполнил песни. Никогда, в принципе, не умел петь и не умею. Ну так, подурачиться немножко можно. Каждый раз, проходя мимо почтового ящика, то заглядываю, а вдруг уже принесли уведомления, а вдруг уже принесли. Потому что хочется все это уже закончить и забить на этот стол. А то сколько я этому рабочему месту посвятил, уже 3 влога, а то может и 4. Ну, сегодня здесь практически ничего не делал, только разобрался. Кстати, многие задавались вопросом, Илюха, а вот эта вот штука, она тебе не мешает? Прям в ноги, типа, не отдает? Сейчас мы сделаем одинаковую подсветку, чтобы она была, да. Ну, как бы синенькая там, синенькая здесь. Вообще, на самом деле, нет. Потому что я стол немножко отодвинул от стены. У меня получается, в принципе, вот так я сдвигаюсь. И у меня нормальная посадка здесь. Вот. Да, конечно, можно было здесь убрать стекло. И, типа, чтобы туда ноги. Но мне кажется, это как бы было бы вообще некрасиво. А так вот, ну, сбоку. Не знаю, давайте вам покажу. Вот я сдвигаюсь.
практически здесь. Я никогда не сижу, чтобы меня полностью на нем. Никогда такого не было. Во-вторых, можно сидеть вот здесь. Вот сейчас, когда все я здесь закрою, что-то слишком ярко, да? Получается, светит. Вот. Когда я все закрою, здесь что-то меня подсвечивает из коридора. Возможно, у меня комп переместится сюда, в бок. Хз. Может так, может не так. Я, кстати, заказал фичу, которая позволит сюда еще третий монитор поставить. Но вообще круто. Я очень доволен. Очень доволен. Я прям вот хотел, чтобы было вот так вот. Много места и свободно. Так что вот сюда ноги вообще помещаются отлично. Ну, мне главное, что у меня стул заезжает нормально под кресло. И он не трется, потому что предыдущий стол он был короткий. И вот эти ножки, они постоянно терлись. И здесь вот изнашивались. Вот оселка, все это вообще отлично выглядит. Что-то у меня аппарат начал мерцать от этих светодиодов. Что за дела? Тюбик, вы можете объяснить? Юга! И мне шепчут про... Тюб, сидеть. О нет, нам подсадили морскую свинью. Тюбань, кто это? Ты взять. Точнее нет, надо наоборот. Надо Кусю научить. Взять. Вон там, слушай, можешь спрыгнуть. Ну и что? Все? Ой, сиди сюда. Давай. Все, поймали. Пожалуйста, спасибо. Забирайте. Тебе такое чего? Мне нравится. Все, носит? Ладно, давай, тебя тоже спущу. Беги, свободен. Где твоя резиновая игрушка? Да, возможно, она что-то похожа, но... Спасибо, что сегодня смотрели этот влог до конца. Спасибо, 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 спасибо. Не забывайте посмотреть, что было год назад. И ждите завтра, влог тоже будет. Во сколько выложу, не знаю, но... Вот. Все, короче, каждый день стараюсь. Потому что были такие моменты, когда все, не хочется брать в руки камеру. Потому что надоел каждый день снимать. А сегодня 22 декабря, 22 день подряд снимаю влог. Вот, ладно, все. Посылаю вам новогоднее настроение, как всегда. Скоро Новый год. Пока, ребят. До завтра.